В Минской области с предвыборной гонки выбыли 10 кандидатов в депутаты. Большинство из них снялись по собственному желанию. Среди причин, которые указали, семейные обстоятельства и состояние здоровья. Но один из кандидатов повторно нарушил правила агитации. Нарушения выявлены и у других претендентов на место в парламенте, но пока им вынесены предупреждения. В основном за печатную продукцию, содержание которой не соответствует действительности. 66 изначально зарегистрированных окружными комиссиями кандидатов в депутаты осталось на сегодняшний день 56 кандидатов. Один кандидат был снят за повторное нарушение избирательного законодательства, там, где ранее было вынесено ему предупреждение. Остальные же по своим заявлениям, в основном это связано, четверо из них по личным каким-то обстоятельствам, скажем так, семейным. Двое кандидатов в депутаты снялись по состоянию здоровья. Два кандидата снялись в связи с тем, что на их избирательных фондах не было денег. И один кандидат в депутаты снялся в связи с длительной командировкой за границу. Сейчас продолжается этап агитации, который продлится вплоть до дня выборов в Палату представителей 11 сентября.